На следующий день я пришел к Поле, как мы и договорились. Так что, Том? С чего вдруг такой резкий разворот? Ты вроде не собирался этого делать. Тогда я не думал, что Сальери нас использует. Теперь я это знаю. Ну, тут ты, конечно, прав. Так что, сделаем этот банк? Как насчет Сэма? Эй, ты же его слышал! Он все беспокоится насчет того, что будет, если Дон нас накроет. Так что пойдем на это дело с тобой на пару. Что скажешь? Сначала хочу глянуть на этот банк, а потом расскажешь свой план. Чудно. Можем съездить посмотреть на него прямо сейчас. Ладно, пошли. Кроме нескольких последних случаев, в основном скучно. Конечно, ребенок развлекает меня, как можно. Знаешь, я тебе завидую. Надо бы и мне жениться и начать делать детишек. Да я думаю, за жизнь то вообще не понимаю, что делаю. Склоняешься туда-сюда. Это все надоедает. Фишка в том, что я не умею делать что-нибудь еще. Думаю, многие с удовольствием поменялись бы с тобой местами. Все считают, что наша жизнь состоит из приключений, как в кино. Да я даже не могу записать ничего из-за полиции. Придется все лежать в голове. Уже не 20 лет. Когда я забываю, помню, что обещал, ты мне я должен. Если даже кто-нибудь оказывается недоволен, я опять дырявлю эту неделю, парень. Вот это меня просто не происходит. Ну, иногда в жизни бывают всякие развлечения. Так что мы должны сделать на этот раз? Не хватит денег, чтобы отбегать за ней.
Да ну. Вот увидишь. Thank you.
то, что надо. Не слишком большой и не слишком маленький. Давай глянем. Добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Хочу снять $5. Фамилия? Ладно, начнем здесь в холле. Вбежим и закричим, что это налет. Наверное, эти блохами просто сдадутся, если они вздумают поиграть в героев, перестреляем. Только сделаем это, можно будет найти ключи от сейфа. Мы узнаем у клиентов, где лежат ключи. Если сунут пушку в рыло, они заговорят охотник. После того, как получишь ключи, иди в ту дверь прямо за конторкой. Она ведет в коридор. Справа будет лестница, внизу хранилище, наверху офис. Если достанешь ключи, то иди прямо к хранилищу. Если нет, поднимись наверх и поищи там. Скорее всего, внизу охраны будет больше. Тебе придется разбираться с ними самому, пока я прикрою тебя наверху. Внизу стоит большой сейф. Его надо открыть. Потом просто бери бабки и делай ноги. И все. Ладно. Пойдем. Нам нужно выбираться отсюда. Нужно спросить у стойки. До свидания. Мне некогда. Мне некогда. Мне некогда. Простите, я спешу. Почему охрана системы полоса? Мы даже просто по радио дорога займет у них минут 5. У нас есть 5 минут на то, чтобы проникнуть внутрь, взять все деньги и слинять. Нам понадобится тачка. Глупо брать машину у Рафи. Он тут же сообщит об этом Сальеру. Тебе нужно будет достать хорошую, быструю тачку, Том. Тебе это наверняка не трудно, я так думаю. Нет, не трудно. Надеюсь, Лука что-нибудь придумает. Тогда постарайся добыть тачку побыстрее. Я думаю, что она не позволит нам так просто уйти. Даже если мы слиняем вовремя, копы будут ждать нас в городе. А что будем делать, как выберемся? Мы поедем прямо в один заброшенный дом в Хоботе. Там на стене надпись «Клуб Полёр». Отлично. Еще проблемы с оружием. У меня есть ствол, но у тебя его нет. Значит, надо добыть пистолет. Есть одно место, там можно будет его раздобыть. Что за место? Это довольно далеко. Туда лучше ехать поездом. Садись и езжай до Хоботена. Выйдешь на станции Центральный Хоботен и пойдешь в том направлении, откуда приехал, до ближайшего перекрестка. Пройдешь по железной дороге. Сначала прямо по дороге, которая идет по мостом, потом налево. Там увидишь старый кинотеатр «Твиста». У заднего входа найдешь магазин «Желтого Пита». Скажи, что это я тебе прислал, он что-нибудь подыщет. Я сейчас туда поеду. Достану оружие, машину, а потом заеду за тобой. Хорошо. Остановись перед домом и посигнай. Консьерж вечно собирает дверь. Я спущусь вниз и поеду. Увидимся.
сынок. Что привело тебя? Меня послал Полли. Мне нужно купить оружие. Верно, Полли. Я его знаю. Да, точно знаю. Такой коротышка. Угрюмый. Ага. Если можно так сказать, то да, это он. Он все еще работает на Сальери? Да. Ладно, передай от меня привет старому негодяю. Конечно, так что насчет оружия? Конечно, конечно. Что нужно, Полли? Этого будет достаточно. Отлично. За мной дело не станет, сынок. Передай от меня привет, Полли. Конечно, спасибо. Привет, Лука. Мне нужна мощная машина и побыстрее. Я как раз собирался тебе позвонить. Мне тоже кое-что нужно, причем быстро. Но машина, которую я тебе предлагаю, того стоит. Чего ты хочешь? Я обещал привезти посылку одному парню, но сегодня никак не могу выбраться. Сможешь сделать это? Ладно, правда, я никогда еще не доставлял на дом посылку. Прежде чем отдать посылку, убедись, что с ним все в порядке. Он должен передать ее еще кое-кому. Если с ним случится беда, провалим всю операцию. А что с ним может случиться? Черт его знает, откровенно говоря. Где мне найти того парня? На пятачке под тем мостом, который ведет в деловой район. Его зовут Дик. Прежде чем отдать посылку, убедись, что за тобой не следят. Вот она. Покажи им, на что ты способен. Ты тоже пошел. Я не уходил.
Слишком шутки плохи. Господи. Господи Иисусе, ты убийство! Ты крепче, чем выглядишь. Ты тоже. Ты это о чем? Так, ничего. Не волнуйся, наслаждайся жизнью. Отлично. Передай от меня привет Лукас. Это было нелегко. Что случилось? Как только я пришел туда, какие-то парни попытались нас убить. Дик, в порядке? Ты успел отдать ему посылку? Да, все нормально, мы вместе справились с ними. Потом он ушел. Слава богу, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Получишь отличную машину. Это американская модель, собранная в Германии. Лучшее, что можно достать. Ладно, это стоит небольшого риска. Где она? Вчера я подслушал разговор одного клиента. Сегодня, примерно в это же время, он поедет от Оуквудской школы навстречу где-то на Центральном острове. Поезжай за ним, и когда он припаркуется, бери машину. Единственная проблема с замками... Но я знаю, что ты-то справишься с ними без труда. Спасибо, Лука, я побежал.
знаешь, этот твой желтый пит слегка не в себе. Старый полный, но держит хороший товар. Почему его так зовут? Ты видел его зубы? Самые желтые зубы в городе и самые гнилые. Точно, точно. Ложитесь на пол, и все будут здоровы! Я сказал на пол! Все! Разберись с охраной! Так мне уже нравится. Быстро и круто все будет. Мне нужны ключи от сейфа! Быстро! Сэр, ключи от решетки здесь, но ключ от сейфа есть только у менеджера. Где этот хренов менеджер? Он наверху, в своем офисе. У меня жена и дети, пощади! Оставь меня, пожалуйста! У меня жена и дети, пощади! Пожалуйста, не убивай меня! Ключи от сейфа, быстро! Они здесь, в шкафу. Только не убивайте меня, у меня семья. Пожалуйста, не убивай меня!
Вау! Прекрати орать! Немедленно прекрати! Никому не двигаться! Меня. Оставаться на местах. Есть! Давай быстро убираться. У меня жена и дети, пощади. Теперь мы богачи, Том. Сработало. Точно, так и есть. Что теперь? Переоденемся, чтобы копы нас не вычислили, и положим капусту в портфель. Ладно, а что будем делать потом? Про бабки никому не говорим. Выспись. Завтра подумаем, что нам делать с капустой. Я возьму их с собой, чтобы Сара не нашла, ясно? Только не вздумай сбежать с деньгами. Слиняю прямо на Гавайи. Даже не пытайся. Найду тебя и засуну этот портфель со всеми его железками тебе прямо в глотку. Я подумаю над предложением.